Добрый день, с вами Елена. Сегодня первый день весны, я вас с этим и поздравляю. Сегодня у меня просто отличное настроение, и в связи с этим я решила устроить конкурс. Да, у меня мало еще подписчиков на канале, но все же я решила. И приз у меня — это сладкий приз. Если вы любите сладости, то добро пожаловать. Условия конкурса очень просты. Вы должны быть моим подписчиком, вы должны поставить лайк этому видео и желательно написать комментарий под этим видео, какие сладости вы любите. Любите ли, может быть, вы шоколад, или карамель, или, может быть, мороженое, да? Ваши предпочтения. Я это все учту и все это буду знать. После конкурс длится до 15 марта. 15 марта с помощью программы я случайным способом узнаю одного из победителей. Победителем, вернее, участником розыгрыша может быть любой человек. Вы можете жить в любой стране. Вы получите посылку, я вам пришлю в любую страну за свой счет. Если вы моложе 14 лет, то вы должны спросить у родителей или у своего представителя, кто за вас получит посылку, если вы выиграете, и я вам пришлю. Вот, собственно, такие условия конкурса. На территории России уже наступила весна по календарю, да, у нас в Сербии нет. У нас в Сербии весна наступит только 21 марта. Вот, такой подарок будет вам весенний, у нас весна запоздала. Итак, сейчас я вам покажу, что же находится в этой коробочке. И вот она, коробочка вблизи, открываем. И первое, что нам попадается на глаза, это желейные жевательные конфеты с мятным вкусом, очень вкусные. Дальше, известные конфеты Негра, их очень любят взрослые дети. Дальше, две больших шоколадки фирма «Найлепше желе» с кексом внутри, то есть с печеньем, очень вкусный шоколад. Следующее, это новинка фабрики «Чоколент», это шоколад внутри, крем из лесных орехов. И дальше, если мы посмотрим, то мы увидим разные-разные сладости, я вам наложила. Вот этот крем, который называется Еврокрем. Видите, он 2 в 1, шоколадный, белый, кто как любит. Все сладости, я вам еще раз напомню, они выполнены на фабриках в Сербии. То есть все сладости, они сербские. Здесь не только шоколад, здесь вы можете увидеть и печенье, и вафли. Если вы хотите получить килограмм сладкого счастья, можно так сказать, участвуйте в конкурсе, выполните все условия, и тогда коробочка придет к вам. Всем удачи, всем здоровья, всем сладкой жизни. С вами была Елена. Пока-пока.